Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. Чего ж не спишь-то, а, кабачок? Что они едят? До сих пор нет никакой информации, почему отсутствовал Горин. На мать похоже. И ноги идеальные. Назвал-то как? Надя. Горина! Это мама там? А мама вообще что делала? Ты таксист, а она кто? Врач. А как семья? Гордятся вами? Я пытаюсь изо всех сил. Я так хочу, чтобы наша дочка тобой гордилась. Легенда без номера. Сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. Да вы что творите, черти? Папа! Надюш, это все ради тебя. Нас не догонят. По-русски тебе говорю! Чоктау! Выкрик! Джексон! Двойной тулуп! Давно тренируете? Ты обещала, что никогда на лед не выйдешь! Тоже врал! Сказала, что мама врач! Она фигуристка! У твоей дочери талант, как у мамы. К чему привело это ваше фигурное катание? Маменька! Хотела, как мама. Моя дочь, не ваша. Если бы он мог, он бы сам позвонил. Давай видео запишу. Пойду надену платье и корону. Папа! Ты самый лучший. Давай больше никогда не бояться. Как возьмет трубу, сразу передашь, не понял? Да не бзди ты, Горин, у меня своих трое, все на играх родились. Ни одна жена не жаловалась.